Привет! Сегодня 16 марта, и так как я очень давно уже обещала рассказать вот про эту петлицу придомовую, я сейчас покажу вам и расскажу. Самое время. Зимой я не могла сюда выйти, было много снега. Вот эту теплицу я построила специально, ну как муж помог по моему чертежу, чтобы получать качественную рассаду, а именно, чтобы рано-рано весной можно было выносить рассаду в теплицу. Вот сейчас у меня уже там стоят томаты, ранний посев, и перцы. Как вы видите, она прям прикреплена к стене дома и идет под крышу. Делали мы ее сами, еще раз повторю. Ой, солнце слепит, не могу вообще. Она обошлась не очень дорого. Состоит из алюминиевых каркасов. Вот простая теплица, алюминиевый профиль и сверху простой поликарбонат. Важно, чтобы она была пристроена именно с южной стороны. Тогда будет очень солнечно здесь. И ранняя вот эта рассада будет получать достаточное количество солнца. С северной стороны, конечно, нет смысла ее вообще пристраивать, потому что там будет темно. Вот сейчас там 32 градуса. Несмотря на то, что на улице у нас минус и еще март на дворе, я начинаю выносить рассаду свою туда очень-очень рано. И вот за счет того, что у меня рассада получает солнце с марта, и март, и апрель, рассада получается коренастая, крепкая, не вытягивается. И почему именно пристроена к дому? Ясно, что сейчас здесь сугробы, вот в том году вообще было по пояс. И в это время в такую в огородную теплицу вынести невозможно. Ну, не пробраться просто туда. А здесь мы сделали дверь. Одна дверь у нас входная, вторая специально прорублена вот для этих целей, чтобы выйти в теплицу. Встаем рано утром, 10-11, выхожу. Здесь уже 25 градусов. Когда прошу сына, когда выношу сама. Вот сейчас лотков мало ранних, всего 6 штук. Я выношу утром сама. Вынесла, поставила, 4 вечера. Наступает после обеда, занесла домой на стеллаж. И вот эти ежедневные солнечные ванны, конечно, они очень сильно повышают иммунитет растения. И рассада вырастает здоровая, крепкая, зеленая, такая коренастая. Ясно, что там нет ни черной ножки, никаких ни плесени, ничего. Внутри вы видели ее, наверное, много раз уже. Летом показывала я. Сначала у меня здесь рассада, летом я там выращиваю огурцы в мешках. Нынче хочу попробовать томаты в мешках, такие как петруша, которые в ширину растут, а не в высоту. Увидела в интернете, очень заинтересовал метод. Рядами стоят мешки, и все вот так увешаны вот этими петрушами. Так что эта теплица у меня никогда не стоит пустая. И еще один большой плюс. Вот сейчас весной, с марта месяца, мы отапливаем ей дом. Как отапливаем? То есть просто открываем дверь. И вот эта вот жара, 32-35 градусов, она вся заходит к нам в дом и повышает температуру в нашем доме. Иногда даже не топим. Вот кухня, зал, там где каминная, все обогревается вот этой теплицей. Если кто-то захочет поподробнее узнать, я, конечно, выберу в том время. Я могу и внутри вам показать, но сейчас там стоят стеллажи, которые будут потом в комнате. Туда зайти невозможно. Так что вот так пока посмотрите со стороны. Очень легко все это делается. Алюминиевый профиль, сверху поликарбонат, внутри стеллажи из брусков и стойки. Еще по центру стоят стойки, чтобы во время больших снегов все это не обрушилось. Все. С вами была Ольга Чернова. Это моя придомовая теплица.